Наркотическое вещество в особо крупном размере, незаконно ввезенное в Республику Абхазия с целью сбыта, изъяли сотрудники УКОН МВД. Задержаны двое граждан – житель Гудауты Чамагуа Адгур Валикович, 1974 года рождения, и проживающая в Москве Филиппова Наталья Владимировна, 1977 года рождения. Плотно упакованные свертки с кристаллообразным белым веществом женщина хранила при себе в нижней одежде. В общей сложности изъято более 49 грамм наркотического средства метадон, приобретенного последней по предварительному сговору с Чамагу на территории Российской Федерации с целью сбыта незаконно ввезенного в Республику Абхазия. Оперативные мероприятия разработали и провели сотрудники УКОН МВД, в результате чего задержали данных граждан после пересечения зоны таможенного контроля на КПП ПСОУ. В отношении Натальи Филипповой и Адгура Чамагуа по признакам состава преступлений, предусмотренных пунктом В части 3 статьи 224 и пунктом Б части 3 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса, возбуждено уголовное дело. Суд города Сухум удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении граждан Филиппова и Чамагуа в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Один из сильнейших синтетических наркотиков – мефедрон, изъят сотрудниками УКОН МВД при ввозе в Республику Абхазия. Данное вещество где вы приобрели? В каком городе? В Адлере. Российской Федерации, да? Путем как? Так называемый тайный заклад? В ходе проведенных оперативных мероприятий задержан житель города Сухума Гухава Химц Анатольевич, 1990 года рождения, после прохождения таможенного контроля на КПП ПСОУ. В отношении последнего по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, а также ввоза на территорию Республики Абхазия наркотического средства в особо крупном размере по части 3 статьи 223 и пункту Б части 3 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Транспортная прокуратура Республики Абхазия, а Гухава заключен под стражу.